Привет, это канал Play. Мы снова проходим Crysis, с тобой рейд. Так, на чем мы там остановились? Мы прошли какое-то поле, и тут надо, типа, осторожно пройтись, я так понял. Ох, ежики. Чё, его можно расшифровать? Серьезно? Маскировка отключена. Ну хотя бы комплект полный. Так я вижу цель полностью. Да ладно. Не расшифровал, да? Давай еще разочек попробуем. Маскировка отключена. И что это дает? Что, он своих сейчас жарить будет? Непонятно. Жарит он в итоге своих, не жарит. Что у нас там? Как думаешь? Все? И на этом все патроны мои закончились? Да ёшкин ты кот, как ты так стреляешь-то? Ладно. Есть у меня одна идея. Ну-ка. А, да, помогает, смотри-ка, отлично. Кто там кого-то поджигает-то? Влазь. Ну, давай, поднимись. Есть. А, значит, против них стрелы хорошо идут. Ну, блин, стрел там бесконечно. Ладно, погнали. Так и быть. Маскировка отключена. Так и быть, так и быть. Никуда от вас не денешься. Да бери ты гранаты уже. Отлично. Но энергетического оружия у меня тупо нет, поэтому чё тут выёживаться. Вставай. И? Всё идеально. Ну-ка. А что еще есть у меня? Какой наконечник? Электрический, взрывной. Я тебя вижу вообще? Не вижу. Зато вижу этого. Вставай. Ага, и это тоже действует хорошо. Получить оружие поджигателя. Что это?
Ну давай попробуем, ладно. Почему бы не попробовать что-то такое сделать? Да блински. И что надо сделать? Чё? Прихватить? Чем я должен это сделать? Типа что? Типа чем? Непонятно. Используется на костюм, чтобы перехватить крикуна цефов. Это что, теперь его взломать должен, что ли? А, ну да. И что, он теперь за меня, типа, или что? Как он реалистично взломался, да? Еще и детали его уменьшаются геометрически. Очень мило. Так, что мне такое с тобой это сделать-то, а? У меня же есть электрический, да? Серьезно, его электрический с первого удара убивает? Еще и огнемет можно у него взять. Ну офигенно. Тут больше ничего нет, да? Ну, я не знаю, по поводу огнемета я, конечно, не уверен, что это самый идеальный вариант для оружия. И куда дальше? Ага, все. Все с вами понятно. Контрольная точка здесь. Ну давай ты еще за ключ. Блядь, отлично сохранилось. И где враги все? Ага, все понятно. Кто это у нас? Снова эти? Это кто еще такой новый? Что это? А, гранатки. И обычные патроны. Ладно, погнали. Ну давай попробуем тебя взломать, так и быть. Да ну... Да ну нет. Все? Это все, что от него мне досталось? Ладно, понятно, все с вами. Все огнеметы барабаны, да? Эй, стой, стой. Может хватит?
так делать. Да, блинский. Все понятно, короче, с ними как-то надо по-другому разбираться. Даже не представляю, как с ними так удобно разбираться-то можно вообще. А где? Да, контрольная точка здесь. Все с вами понятно. Ну, давайте обследуем вас всех. Да пошел нафиг. Не хочу с тобой разбираться. И как ты меня обнаружил-то, а? Ты, Бенди. Следующий. Сегодня взорвешься, не? Давай еще разочек поиграем в это дело. Че, отлетел? Давай-ка вручную. Отлично. Возьми ты оружие. Нужно опустить мост, чтобы пройти. Я спущу лифт, когда ты закончишь. Что такое бронированный? Тихо. Отлично. Еще раз. Так, у этого патронов мало. Что ты по мне стреляешь? А, вон вижу все. Отлично. Да мне. Ну сорян, не в пути. Че, все? Типа я сюда должен был только дойти. Мост активирован. Ладно, дайте, я спускаю быстрее. Лифт. Тут еще можно пройти. Можно пройти, можно пройти. Ну давай попробуем, ладно. Я поменял. Так, просто. Мало ли. Ух, мне так и придется сражаться вместо тебя. Послушай. Не было и дня, когда мне не хотелось быть на твоем месте. Даже с этой долбанной мутацией, что творится под твоей кожей. Я бы взял это на себя. Но не взял. Давай. Да, я догадаюсь, тут будет глобальная перестрелка, нет? Дайте мне поставить, тут что у нас стоит? Ствольные дробь, двойные магазины. Зачем здесь мне такое подойдет? О, ну хоть патроны взяли. Ну тут помещение, в принципе, действительно, чё бы не. Че ты очкуешь? Со мной идешь вообще-то. Ну понятно, кого они исследовали. Ниже. Мы же не пойдем. Сэл держали меня здесь месяцами. Я даже не знал, как далеко все это зашло. Мы идем? Или нет? Или ты не хочешь дальше идти? Не понял. Типа надо разгрести, что ли, чтобы туда попасть?
Нет. А где тогда оружка валяется? Под водой типа? Они бы запихали и меня в это все. Вопрос времени. В этом месте на костюм. Экзоскелет цефов. Да идем, что ты переживаешь? Мы тут вблизи всех разрулим. Ну, из этих колб по-любому кто-то должен будет вылезти на обратном пути. Тут даже сомнений нет. О! Это что-то новенькое, видимо. Что там увидел? Недаром он тут целый стоит. И музычка такая началась. Да ты пойдешь сегодня, не? Какой-то медленный ужас. У нас же не задание тупить тут и полчаса проводить. Что там валяется? Понятно, бочечки. А здесь уже взломана дверь, да? И он ушел. Угу. Ненавижу эти лаборатории. Открывай. О, костюмчик еще один. Мы пытались снять, но не получилось, да? Ты че? Вы грязные ублюдки, Сэл. Я заставлю вас заплатить за все. Где вы, мать вашу? Где? Да, ну да, они пытались его... Подожди, он пустой внутри? Псих? Так одевай костюм, вон костюм же есть, смотри. Если я найду ублюдка из Сел, который сделал это, я прикончу его. Обязательно. Давай. Оригинально ты это сделал. Так и чё, ты где? Ага, тебя проглючило, понятно. Вот так. Клэр, открой дверь. Погоди. Хм. Ну, видимо, ты с тебя костюм содрали здесь. О, да. Ты на месте? Да, наполовину. Калибровка сенсорных датчиков. Небольшая задержка. Компенсация. Мы на месте. Заблокировано. Садись. Знакомый стульчик. Знакомый аппарат. Разблокировав костюм, мы нарушим защиту, и наночастицы изменят маршрут. Если технология цефов уже там, то кто знает, кем он станет? Уверен, что справишься, босс. Давай. Доступ к системам восстановления памяти. Фильтрация. Давайте, давайте. Это было рискованно. Мы запустили процесс глобальных изменений в твоем организме. Но у нас не было другого выхода. Запрет соединился на уровне технологии. Мы должны были стать сильными. Мы поставили блокировку на твои рецепторы. Твой мозг будет защищен. Без них коллективный разум поглотит тебя. Ладно, давай вытащим его. Блокаторы допамина убраны. Я регистрирую критические изменения нервной системы. Сейчас он, по идее, сможет установить контакт с цефом. Что это? Майкл, не надо. Не надо. Почему бы нет? Не поможет.
Сепарирование. Нанокостюм полностью снят. Она с него костюм снимала. Объект 8А. Сержант Майкл Сайкс. Все еще функционирует. Почти на оптимальном уровне. Но... ожидается ускоренная деградация. Ты... ты сделала это со мной. Майкл, послушай меня. Именно ты стал причиной. То есть... я сражаюсь с Эл из-за тебя, знаешь? Вот почему ты так старалась. Или ты притворялась. Из-за этого, да? Из-за чувства вины. У меня не было выбора, Майкл. Программа с Эл. Мы были по уши в долгах. Ну ты же знаешь, как все это делается. Мне пришлось сделать это. Мне пришлось слушать их крики день за днем, день за днем. Я... отдаю отчет в своих действиях, поверь мне. И мне предстоит с этим жить. До конца моих дней. Представь, до конца моих дней. Майкл! И угрызения совести все исправят, да? Если тебе так жаль, Клэр, почему я узнаю об этом вот так? Почему нельзя было просто признаться? Псих, послушай меня. Ты знаешь, как это работает. Ты знаешь, что у нее не было выбора. Она делала то, что ей приказывали. Нет выбора? Просто делала то, что ей велели? Выполняла приказ? Да кто это говорит, пророк? Ой, да ладно, не она так твоим другой снял бы костюм. Она была права насчет тебя. Может, ты и правда всего лишь долбанная машина, но уж точно больше не человек. Ты, конечно, никогда особо и не тянул, но, Господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас! Чье лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? Нам всем пришлось принести жертвы. У тебя был выбор, приятель. У всех есть выбор. Теперь ты знаешь все, что должен. Помнишь? Все, кто умер под твоим началом, потому что ты просто выполнял приказ. Потому что у тебя не было выбора. Совсем как она. Псих, нет, я... нет уж, приятель. Бери свой костюм и иди сражайся сам. Как всегда. Как миленько. Все, типа, оставит нас. Майкл, подожди. Нет, Клэр. Он прав. Отпусти его. Я так понимаю, что... да, нагрузка. Кажется, мы наконец-то нашли что-то о восходе Алой Звезды. Слушайте. Архангел – ключевой элемент управления в новой беспроводной энергосети СЭЛ. Но это далеко не все. Система может совершить мощный выброс через энергетическое оружие массового поражения. И это гарантирует уничтожение не только враждебных элементов, но и всего населения мегаполиса. Есть протоколы изменения задач Архангела для получения альтернативных результатов. Когда результат станет угрозой стадии 3, Архангел запустит самый агрессивный набор протоколов – восход Алой Звезды. О боже! Они собираются стереть Нью-Йорк с лица Земли. Полная орбитальная аннигиляция. Неплохо, так неплохо. Почему Сэл не может убраться с моего пути? Всем выйти на периметр! Ты зря тратишь время. Нужно спасти как можно больше жизней. Нет, это не имеет значения. Лингшан не повторится. У Архангела огромный запас энергии. Они закачают ее обратно в Альфа-Цефа и... прожгут дырку в земле. Земля просто исчезнет.
что ж, ладненько, тогда на этом, я думаю, что мы закончим, в принципе. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии. Подключись к носителю разума цефов. Если я заберусь к ним в головы, возможно, я смогу остановить пробуждение и усыпить их снова. Если не будет угрозы цефов, Сел отзовет Архангела. Собираешься подключиться к цефам? Пророк, тебе было трудно преодолевать их влияние, даже когда твой разум был защищен. А теперь эти предохранители сняты. Ты можешь превратиться во что угодно, принять любую форму. Представь, что ты станешь цефом. Я хочу рискнуть. Что ж, окей. Пока-пока.